Всем привет! На канале новый влог. Машем. Улыбаемся и машем. Федюня. Жалюзи даже не открыли. Ничего себе, я уже даже тут окно протерла от капель. Так, сегодня у нас... Та-дам! Утренние сюрпризы от друзей. Видали? Буду сейчас перебирать и разбираться, что к чему. А может, у меня еще один блюд? Ты огурец будешь, Мамин? Три огурца а сегодня. Потом. Ребята, знаете что? У меня есть для вас признание. Я в своем преклонном возрасте наконец-то научилась печь оладьи, чтобы они были такими пухленькими. Ну, не такие, конечно, как в детском саду дают, вот такие вот, да? Но, по крайней мере, у меня все время были какие-то плоские. И тут меня один прекрасный человек научил, что делать, чтобы были такие воздушные. Так что печем. Ну что? Нас силой заставили. Нас силой заставили ехать на дачу. Что? Съели оладушки, покушали, сняли видео. 36 градусов. А сейчас едем в бассейн. И вот этих вот... Федя, только не выбегай на дорогу. И вот этих вот мальчиков мы силой заставляем ехать в бассейн. Представляете, ребята, когда-то нас с папой силой заставляли ехать полоть, окучивать картошку, собирать жуков. Я уже 40-й раз эту историю слушаю. Да, а мы детей не можем заставить ехать купаться в бассейне. Нет, не заставляю. В чистом, прозрачном. Холодно. 36 градусов. Ну и что, реально, пацаны не купаются. Папа, Федя, я и Соня. Ну так как-то это, сколько, 6 часов, да, или 7? 7 уже. Такое вылазишь и такое гы-гы-гы. Короче, не хотят, ну не надо. А мы купаемся. Меня уже когда папа моет машину. Что-то она не отмывается, надо чаще мыть. Не отмывается? Нет. Конечно, там уже грязь вросла. Все, вон, размазывается только и все. А ты сейчас просто смоешь и ага, все. Ага, оно все размазано. Да? А чё так? Губкой надо мыть, наверное. Так что я сейчас буду поливать, а ты будешь щеткой тереть. Ага, да, ищи дурака за 5 соль, да. Ну, Соня хотела помочь. А, потому что она все высохла, правильно. Ну, да как мне? На 30, блин. 30 с фигом. Пью. Она все высохла, конечно, высохла. Она же горяченькая. Сейчас буду лить. Соня будешь хотела тереть. Помочь. Сонь, ты хотела тереть? Хотела. Ничего. Выходим и трем. Кашалот. Выходим и трем. Реально будет грязно, все равно. Кто-то подморозился. Так, раскрутили бассейн. Аж мячики повылетали. Папа мыл-мыл, мама дотирает. Правда, больше грязь развели, я бы сказал бы. Один вон там в кресле, Ярослав так и не вылазил, мама говорила. Гоша плюхнулся один раз в басик, и все, он тоже лежит. Ну, два, короче, как-то так. Федор с Соней балдеет. Короче, балдежно на даче. Да, Федь? Это моя клубика. Федя уже даже маску не снимает. Еле из бассейна его достали. Еще и на ягоду напал. Проголодался в воде? Сейчас домой поедем. Покушаешь. Назад уже кричал, Ролтон, Ролтон. Ну, это да, это сюда на дачу едет только ради Ролтона. Вода, просто огонь в басике, вообще супер. Сейчас опять буду купаться. Мама там просто даже загорает. Накупались, наплавались. Сейчас я еще пойду. О, у вас, мне кажется, Федор Сергеевич, очки запотели. Я сейчас еще пойду. Нет, мы домой поедем. Нет, мы домой поедем. Мы его это закинем на минуту, вытащим и домой поедем. Всем привет, у нас новый день. На улице жаришка, да, пацаны на... В лагере, точнее, уже заканчивают, обедают. Папа поехал за ними. Я прибираюсь и мою свои любимые светильники. Поснимала верхние. Да, завтра в аквапарк пацаны едут с папой. Поснимала верхние лепестки и замочила их средства для посуды, потому что там жир оседает. Они тут отмокнут, полосну, и все будет окей. Прицепим, когда вытру или высохнут. А Федор вон играет.
Пришли мальчишки с лагеря. Смотрите на их моськи, какие они загорелые. Просто негры. Гоша пальцем бомбанулся. Короче, палец болит. Помазали палец. Теперь будем ждать, как завтра он проснется. Сможет ли ходить, да? Ну, ему что, до машины добраться? А там в аквапарк. Слышишь, Сергей, может, надо поехать шлепки им купить? Нет. Потому что им, в принципе... У тебя есть шлепки, ты можешь их шлепки брать уже. Ну, потому что, в принципе, им даже в аквапарк нету шлепок. А что, вам эти настолько тесные? Да те вообще, у них пятка слетает. А они мои надевают, а мои, ну, не для аквапарка. Давай. Молодец. Короче. Надо ехать. Ну, на Ковалевку, на рынок. Да. Гоша дежурный, сломанный. Меня это сломано, Гоша дежурный. Класс. Поехали покупать шлепанцы. Ярик любезно согласился. Видите по его лицу, как он любезно согласился подменить брата? Фигня, что обоим надо покупать шлепанцы. Но он его решил подменить, потому что Гоша сегодня дежурный. Ярика оторвали от дивана, он расстроен. От телефона скорее. От телефона, от дивана. Едем. Дышать нечем, но шлепанцы купили быстренько. Да, Ярусика? Покажи. Шлепки, покажи, покажу. Что завтра не пустят. Чтобы в аквапарк сгонять, да. Ну, в аквапарк вообще просто. Черненькие одни. Со всего выросли. Да, и где-то на выездах по гостишке бегать. Угу. И в душ таких можно ходить, нормально. Так, тут уже вылазит. Давай, ну, чини. Бракованный уже сразу. Все, поехали. Куда, его высадим, а сами в магаз? Магаз, на заправку надо будет, да. По трассе, на бензине надо ехать, а там в баке уже ерунда. С февраля бензин. Пап, ты что, там ужин готовишь? Да, ну да, можно назвать ужином. Предужин, скажем так. Всех покормила, Федора дольше всего, у него спецзаказ. Говорит, хочу пасту с морепродуктами. Фу. Ну вот, кальмары на гриле. Осьминоги. Точнее, осьминоги даже, да. Вот ничего себе, ну конечно, папа поготовит такие блюда, потом мамину еду не едя. Мама все побыструхе. Бах-бах. Ночью пошел он на речку небольших морских осьминогов выдернул. Федюнь, иди, иди по спецзаказу. Подано, как там, так рестораны делают, да, типа? Ой, сейчас тихо. Вот здорово. Спасибо.